Добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы поподробнее описать свое предсказание по поводу гибели Владимира Путина в авиакатастрофе. Я считаю, что это случится в 2021 году, в начале года приблизительно. Считают, что он будет лететь на какое-то очень важное событие. И самолет, на котором он будет лететь, потерпит авиакрушение над океаном. Это я уже говорил в предыдущей серии своего блога. Считают, что надо более подробнее описать это событие. Владимир Путин будет собираться на очень важное мероприятие, которое будет и в мире, и на нем будут присутствовать множество других президентов стран, премьер-министров и других представителей. Это мероприятие будет посвящено какому-то мировому событию. Еще раз говорю, он будет лететь в самолете. С ним будет 3 или 4 министра и военные. Военные какие-то генералы, не могу сказать точно. Он будет лететь и загорится сначала одна турбина, потом вторая. Пилоты будут пытаться спасти самолет и свои жизни. Но через 15 минут после начала пожара в самолете самолет начнет терять высоту и стремительно снижаться на поверхность океана. Удар с океаном будет очень тяжелый, и он рассыпется. Самолет рассыпется, ударившись о поверхность воды. Считают, что это и станет причиной больших количеств жертв в самолете. Иные погибнут от потопления. Самолет будут искать в течение 2 дней. Обломки будут выносить на берег еще в течение 2 недель. Трупы. Половина трупов найдут, половина нет. Труп Путина будет обнаружен на 2-й день. Спасибо за внимание. Это мое предсказание. Не судите строго. Спасибо за внимание.